По оперативным данным, на 15.00 20 сентября общее количество пострадавших, поступивших в организации здравоохранения, составляет 198 человек. Из них 26 пострадавших отправлены на амбулаторное лечение. Как сообщает Минздрав, в стационарах продолжают получать лечение 172 человека. 68 пострадавших получают лечение в организациях здравоохранения Баткенской области. 104 переведены в организации здравоохранения Бишкек и города Ош. В Национальном госпитале 75, в Национальном хирургическом центре 8, в Национальном центре охраны материнства и детства 8, в больнице скорой медпомощи 9 и в Ошской областной объединенной больнице 4. Всем пострадавшим оказывается необходимая медпомощь, компоненты крови, лекарства и изделия медицинского назначения имеются в достаточном количестве. Общее количество погибших в результате конфликта в Баткенской области составляет 59 человек.